Запись детей, проживающих на территории, закрепленных за образовательными организациями, в первый класс родители должны подать заявление уже с 1 февраля. То есть запись продлится с 1 февраля до 30 июня. Запись детей, не проживающих на закрепленных за образовательными организациях территориях, начнется с 1 июля и продолжится до 5 сентября текущего года. С собой необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя и обратиться в образовательную организацию, куда они будут записываться, и написать там заявление.